Смотрите, какое чудо. Это будет виноградик. Мы приехали сегодня в красивенное место, где на Кипре выращивают виноград. Это первая винодельня на Кипре. Винодельня называется Этель. И возле этой винодельни есть еще красивенная гостиница. Ну, не сама гостиница красивенная, а то, что локация. Гостиница с видом на море, на виноградники и на горы. И тут же винный заводик стоит. Смотрите, какие красивые виды на горы. Фонтанчик. Гилхам. Это гостиница. Каждый домик имеет свое название вина. Виноградники стоят еще без листиков. Гилхам. Угу. Ой, как красиво. Глициниями украшен. Глициния. Я поняла, что мне очень нравятся глицинии. Угу. Милана заинтересовал фонтанчик. Миланчик и фонтанчик. В гостинице есть бассейн. Много-много виноградов. Виноградные лозы. Виноградов. В августе здесь начинаются винные фестивали. И все самое интересное в августе. Но сейчас очень вкусно пахнут эти кипарисы, хвои. Эти хвойные елки. Виды у этого отеля умопомрачительные на все эти горы. Еще бассейн окружен такими красивыми пальмами. Аромат хвои. Бесподобное место. Когда ты лежишь в номере и вид у тебя на виноградники. Виноградники везде. И горы. Эта вилла называется Розе. Вилла Розе в честь вина Розе. Вау. Это непередаваемое ощущение. Вот такой вот спуск. Потом подъем, и это все в виноградной лозе. А мы хотим пойти вот туда вот. Вот там, где горит огонь. Милана разговаривает с кисей. Получается, что терраса ваша смотрит еще и на море. Это море. Море просто сегодня слилось с горизонтом, а так это море. Это все море. Вот это круглая терраса. Угу. Мы сидим на этой круглой террасе. Тут номера, море, виноградники. И мы сейчас попробуем вино. Сейчас еще нам принесут тарелку сырную с фруктами. Сухофруктами.
Mach einfach so. Prost. Mama. Und? Prost. Hey, richtig. Милан, бывает твой. Опа. Милан просит все время, чтобы цокались. Он вас? Good, них зала, них good light. Такое лайтовенькое, белое. Белая полусладкая, лайтовая. Мы обменялись, попробую другое. Чуть-чуть другой вкус, но совсем чуть-чуть. Байде гуд. Оба хороши. Легенькие. Нам принесли сырную тарелку. Несколько видов сыра, орешки, сухофрукты, виноград, хлеб и соус. Этот похож на чеддер сыр. Этот с белой плесенью, с голубой плесенью. Он чеддер? Не чеддер? Другой? И еще какой-то мягкий сыр. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть видов сыра. Орехи, сухофрукты, виноград. Вино по 350 теле. Сырная тарелка 480 теле. Турецких лир. Какао, горячий шоколад. По-моему, 250. Прямо во время трапезы к нему на руки запрыгнул кошак. Ну ты молодец, не растерялся. Запрыгнул. Не ко мне, не к Милану, а к Вильгельму. Почему Вильгельма любят коты? Хочу попробовать с голубой плесенью сыр. Мы докушали. И кот опять запрыгнул. Но на столе уже пусто, нечего. Место очень понравилось, так что обязательно посетите его в августе, когда здесь будут живая музыка, много вкусного вина. На этом видосик с этого места я буду заканчивать. Место достойное, красивое. Если есть деньги, можете на 1-2 ночи остановиться в этом месте и походить по горам. И пожить с таким красивым видом. И поужинать в этом ресторанчике. Ну что ж, виноградники, пока-пока. Мы едем дальше. Виноградники находились высоко в горах. Вот еще виноградники.
Тут есть много красивенных вилл с красивыми видами на виноградники. Ну, конечно же, они стоят соответственно, наверное. Вот это море. Красотулька море. Под видео я вам оставлю локацию, адрес, чтобы вы могли легко найти это красивенное место, чтобы посетить его, например, в августе, когда уже будет новое вино, новый урожай. Итак, на этом все. Пока-пока. До следующих вложиков. Субтитры сделал DimaTorzok